привет, дорогие друзья! Сегодня будем проходить вторую главу игры Cut the Rope Magic. Итак, поехали! Итак, все, уменьшились. И погнали. Первый пошел. А как же иначе? Порядок. Нет, не сейчас. Сейчас. Опа. Опаньки. Готов, чувак. Едем дальше. Сначала запрем дупло. Фу, чуть не промахнулся. И порядок. Дальше, давай. Надо уменьшить. Лопаем верхнего, он падает вниз, берет звезду. Надо уменьшить нашего мячика и конфетой погнать бревно влево вместе с самой конфетой. Обратили внимание, как я срезал веревку, чтобы вот эта нижняя палочка не мешала для конфет. Подлетели, опустились и взяли конфету. Пам-пам. Итак, здесь режем сначала веревку, уменьшаем нашего мнямчика. А нет, да. Он падает. Еще раз падает. Надо отвести бревно влево, чтобы натянулась веревочка. Подлетаем нашим амнямчиком, режем веревку. И вы сами дальше все видите. Опа! Так, мешаем. Ну тут легко, тут главное последовательность. Уменьшаемся. Ну тут все просто. Звезды собираются на раз. Ну тут можно вообще ничего не комментировать, проходить. Раз, подлетели, опустились, подлетели, опустились. Готово. Уменьшаем нашего мнемчика.
увеличиваем его. Берем вторую звезду, уменьшаем. Итак, теперь нужно у конфет отрезать сразу две веревки одновременно, чтобы она влево укатилась со всей силой. Опа! И вот так. Так вот, сначала подлетаем амнямчиком. Режем конфету и роняем ее в телепорт снова, чтобы взять вторую звезду. Сейчас берем третью звезду. Лопаем пузырик. И конфета у нас идет наверх. Ждем момент, когда она будет снова. И берем ее. Ну что, злобный паучок, мы пришли за тобой. Так, режем веревку. Вот так все делается. И готово. Ха-ха-ха, паучок, мы взяли конфетку свою. Ну вот, друзья мои, мы прошли вторую главу на все три звезды. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь. С вами был Арчи, всем пока!